Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, работы скульпторов. Портрет Изабеллы Португальской, мастерская Рогера ван дер Вейдена. 1450-1500 год, последнее дополнение. Дерево масла 47 на 36. Выдающийся нидерландский творец Рогер ван дер Вейден, настоящее имя Роже де ла Пастюр, в 1432 году окончил обучение у Робера Кампена, вступил в гильдию живописцев города Турне. После женитьбы переехал в Брюссель, получил должность городского художника, стал руководить большой мастерской, где и был создан портрет Изабеллы Португальской. Изабелла, герцогиня Бургундская, супруга Филиппа Доброго, была восьмым ребенком Иоанна I, короля Португалии Филиппа Ланкастерского. Она получила хорошее образование, изучала иностранные языки и точные науки, а выйдя замуж, стала не только матерью наследников, но и блестящим дипломатом, сумевшим урегулировать многие конфликты. Герцогиня изображена сидящей в повороте к зрителю. В ее облике читается самовладание, уверенность в себе. Богатство костюма и сложность головного убора подчеркивают высокий статус портретируемый. Из-за несовершенства рисунка ряд исследователей творчества ван дер Вейдена полагает, что данное произведение является копией, сделанной неизвестным художником с утерянной картины мастера. Ну вот такое описание я нашел в интернете. Портрет Изабеллы Португальской, мастерская Рогера ван дер Вейдена. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания.